Провал грунта на пересечении улицы Горная и проспекта Гагарина привел к разрыву канализационного коллектора. Напомню, провал грунта происходит в этом месте уже шестой раз за год. Городские власти каждый раз этот провал устраняли, но он повторялся. И вот просадка грунта привела к тому, что засорился трубопровод, что повлекло за собой, в свою очередь, выход канализационных вод из коллектора. По данным коммунальных служб, на склоне Оки площадь разлива составила 7,5 тысяч квадратных метров. Вот здесь была очень большая лужа. Спускался, ну, такой серьезный, как ручей, поток, а вниз уже уходили, ну, ручьи где-то шириной с полметра. Вот отсюда вот. Они всю ночь работали, я не знаю, где там у них разлив. Кстати, что касается причин провала на улице Горной, то они пока не установлены. Принято решение проводить исследовательские работы и лишь только после этого начинать новый этап восстановления.